Утро – это очень круто! Добрым утром, девочки и мальчики! В студии Марина Яковлева и Хрюша. Еще у нас в гостях заслуженный артист России, юморист Николай Лукинский. И его старший внук Алексей. Доброе утро! Добро пожаловать в нашу солнечную студию! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Марина! Здравствуй, Хрюша! Здравствуйте, Хрюша! Здравствуйте, мальчики и девочки. Николай, Алексей, я вижу, вы принесли с собой картину. И это портрет. А чей он? Это Лешин портрет, который я написал 3 года назад или даже 4. Ой, какой там Леш хорошенький. Да. Нет, это 4 года назад. Да, 4 года назад. Да. Ребята, ой, посмотрите, какой чудесный портрет. Хрюш, нравится тебе? Да. Посмотри. Николай, вы это все сами написали? Да. Да, сам. Вы да, же юморист, а не художник. Как правда. Вот. Я тоже так думал, пока не взял в руки кисть. Здорово! Замечательный портрет. Несколько лет назад у меня там отменились одни серьезные гастроли. Мне стало, еще Леши не было. Мне стало как-то скучно. И я думаю, попробую-ка я порисовать даже еще. Не думал, что это называется писать. Вот попробовал, у меня получилось. Друзья сказали, Николай, получается. Вот и я как-то, вот знаете, так увлекся. И в свободное время балуюсь, если это можно назвать, живописью. Но когда появился внук, конечно, у меня теперь любимый персонаж в моих портретах – это внук. Николай, а правда, что, вдохновляясь своим любимым внуком, вы пишете не только его портреты, но еще придумываете разные смешные истории? Ой, Леша лет с 3 очень заметно пополняет мой репертуар, и у нас даже есть совместный номер. И когда Леша оказывается со мной на гастролях, то я его вызываю на сцену, мы этот номер вместе исполняем. Потому что, ну, действительно, такие, что называется, нарочно не придумаешь истории. Когда Леше было 3 года, мы с ним гуляем за ручку, идет мой дружок, давно не виделись. Ой, да. Привет, привет, обнялись там. И дружок протягивает Леше руку, говорит, Леша, какой ты уже большой, сколько тебе лет? И Леша ему вот так показывает. Так. Дружок говорит, а что ты показываешь? Ты скажи, ты же уже взрослый. Леша говорит, 3 года, а тебе сколько? Тот растерялся, по-моему, забыл, сколько ему лет. Говорит, ну мне уже 49. Леша говорит, а ты покажи. И, ну, пожалуй, моя любимая история. Вот я как-то с юности так получилось, увлекаюсь боксом. И, значит, взял с собой Лешу на бокс, на тренировку. А там у боксеров капа такая, может, знаете, резиночка, конечно, на зубы, конечно, надевается. Да, и я, значит, капу-то в рот вставил, а капа в коробочке, а коробочка точно в форме челюсти сделана. И Леша, деда, подари коробочку. Я говорю, ну, забирай, пожалуйста. И вот он этой коробочкой играет, мы там боксируем, потом душ, потом спускаемся вниз, внизу кафе, и там такой же маленький мальчик, и Леша с ним разыгрался, Леша сразу с этой коробочкой. А мальчик с мамой, мама молодая, такая симпатичная, я там ей чай, кофе предлагаю. А Леша коробочка щелкает перед сыночком этой женщины, а я тут ей оказываю знаки внимания, и тут она спрашивает, Леша, а что это у тебя за коробочка? Леша говорит, это для дедушкиных зубов. Вот так вот, дедушку и выдал. Николай, Алексей, я так поняла, что вы еще и боксом занимаетесь. Боксом занимаемся. Просто я с юности очень увлекаюсь боксом. Занимался с 6 класса по 1 курс института. Выигрывал очень крупные соревнования там по молодежи и по юношам. Поэтому бокс – это вот увлечение всей моей жизни. При этом еще Леша у нас ходит в бассейн. Леша на дзюдо ходит в садике. И футбол любит играть. Но главное наше увлечение – бокс. Так, и кто кого тренирует? Ты дедушку или дедушка тебе? Мы вместе с дедушкой тренируемся. То я тренирую дедушку, то он меня. Так, ну раз вы оба любите боксом заниматься, то я предлагаю вам принять участие в настоящем боксерском поединке. Согласны? Я с удовольствием. То есть ты предлагаешь, чтобы дедушка с внуком подрались здесь, да? Ну, побоксировали. Побоксировали. Да. А если подрались и побоксировали, это разные вещи. Марина, я там спрятал боксерские перчатки. Ну-ка, я посмотрю. И правда. Точно. Так. Пусть гости надевают их. Надевай, Леженька. Так. И дедушки тоже перчатки. И дедушки тоже. Вообще, у Леши такие серьезные намерения, я готов сдаться сразу. Не бойтесь. Я забыл вас предупредить, что поединок-то будет необычный. Вы будете разворачивать конфеты на время. Конфеты тоже там. Так, конфеты вот я увидела. Да. Ну, Хрюша. Вот ваза с конфетами держи. Так. Вот эта ваза вам для фантиков. А я буду вазу держать с конфетами. Итак, по моей команде на старт.
Внимание! Марш! Бери конфету, Леша. Берет дедушка. Так, хитрый, надо это, боксерскими перчатками. А он боксерскими зубами. Крюша, как ты это придумал, а? Я вот такой затейник. Ура! Дедушка помог. Дедушка так, подыграл. Помог, один-один, конфету вытряхнули. Так. Вот конфеты. Опа, а время-то она. Идет, время-то да. Идет. Алеша хорошо придумал зубами. Так, у меня уже вторая. Молодец, дедушка. Ура! Да, внук не отстает, дедушка помогает. Следующую бери, Леш, что ты тянешь-то? Время, время, время. Так, 2-2. Осталось 10 секунд. Ай! Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Крюша, не видел, пока он не сказал. 1. Стоп, игра. Так, подводим итоги. Ну что ж, учитывая разные весовые категории, так. В этом бою победил Алексей! Леша, ура! Да, поздравляю! Это был непростой, но честный бой. Леш, а я знаю, что ты для нас приготовил какой-то сюрприз. Частушки. Снимай перчатки, да, Владимир. Частушки. Да, послушаем частушки. Спой нам, пожалуйста. Сеял, сеял я муку через сито прямо, что на кухне выпал снег, удивилась мама. Ну, как я-то пек блины, расскажу ребятам. Кума первый блин, второй, третий и двадцатый. Ну, а я решил блинами свою маму удивить. В тесто перец, хрен, горчицу умудрился положить. Замечательные частушки. Да. Спасибо большое, что пришел к нам в гости. Спасибо, Николай, что пришли. Спасибо за частушки. И, пожалуйста, приходите к нам еще в гости. А еще не забудьте подписаться на мой инстаграм. Хрюш, _класс. Там классные фото и видео. Обязательно подпишемся. Конечно, мы подпишемся. Ребята, подписывайтесь и вы. А прямо сейчас не переключайтесь. Впереди сегодня много интересного. Смотрите канал «Карусель». С добрым утром, девочки и мальчики! Удачного вам дня! С добрым утром! С добрым утром!